Всемирная конференция виртуальной реальности состоялась в столице провинции Цзянси, городе Наньчан. Тему мероприятия в этом году сформулировали как «VR украшает мир. Интеграция реального и виртуального миров для развития всех отраслей». Фокус конференции на тенденциях, новых технологиях и продуктах в индустрии. Более 200 предприятий показали последние разработки в сферах образования, кино, промышленности, авиации и спорта. В рамках конференции также состоялась Всемирная выставка виртуальной реальности и метавселенных. Там можно было получить практический опыт работы с VR-устройствами и узнать, насколько глубоко VR, 5G, искусственный интеллект и другие технологии вплетаются в современную жизнь. На отраслевое мероприятие съехалось 3000 человек из более чем 20 стран, а своими идеями на сессиях и круглых столах поделились более 200 докладчиков.